продается трехкомнатная квартира в Оренбурге по улице Пролетарской, 267/1. 61 квадратный метр, ромашка, евроремонт, пластиковые окна, сигнализация, рядом ТРК «Гулливер». Цена 2 400 000 рублей. Телефон 8-912-846-46-72 или 96-46-72. Продается благоустроенный дом в 100 километрах от Оренбурга. Телефон 8-922-869-05-30. Сдают помещение под офис в центре Оренбурга по улице Орской. Телефон 23-68-28. Продается четырехкомнатная квартира в двухквартирном доме с участком 17 соток в Оренбурге по улице Мирнинской, 15. Обращаться по телефону 20 19 80. Продается часть дома в центре Оренбурга. Телефон 55 55 19. Срочно продается полностью меблированная трехкомнатная квартира 75 квадратных метров по улице Пушкинской в центре города. Звонить 96-38-07. Срочно продают дом в поселке Овощевод. Звонить 59-70-42. Продается двухкомнатная квартира 70 квадратных метров, частично меблированная в Оренбурге по улице Герцена, 47, телефон 22-73-07. Продают дом 80 квадратных метров, улица Градищенская, район онкобольницы, 2,5 сотки, 1 890 000 рублей, торг. Звонить 8-919-856-99-74. Обменивается трехкомнатная квартира улучшенной планировки в городе Кувандыке на однокомнатную в Оренбурге или продается. Звонить 8-90-68-400-673. Услуги, сварочные и электромонтажные работы любой сложности. Телефон 8-902-366-30-26. Продаются мебельная стенка, кондиционер БК. Звонить 60-13-25. Помощь в срочной продаже квартиры. Телефон 60-97-37. Узаконивание самовольных домов, строений, пристроев, оформление земельных участков, наследство, уменьшение кадастровой стоимости, перевод в нежилое, телефон 60-12-91. Купят баян, аккордеон, предложения ждут по телефону 26-42-91. Ремонт стиральных машин, запчасти, телефон 60-60-80. Утерян паспорт на имя Кошкина. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 8-987-849-81-73. Обучение охотников и граждан на травматическое оружие. Школа «Долг-2». Телефоны 58-27-25-94-18-38. Бесплатное переобучение на категорию «Д» при наличии категории «С» с последующим трудоустройством на хорошие маршруты. Звонить в рабочее время по телефону 90-74-93. Учебный центр «Щит» проводит обучение безопасному обращению с оружием. Травматическое, охотничье, пневматическое. Обращаться в Оренбурге. Улица Донецкая, 131. Телефоны 68-82-82-25-75-78. К сведению руководителей и главных бухгалтеров организаций, в соответствии со статьей 18 Федерального закона о бухгалтерском учете, все организации, кроме банков и бюджетных, предоставляют годовую бухгалтерскую отчетность в органы госстатистики по месту регистрации. Срок подачи отчетности за 2016 год не позднее 1 апреля 2017 года. Подробная информация по телефону 31-28-98.
требуется парикмахер-универсал, телефон 25 95 17. Требуются автомойщики, звонить 947-497. Вахта. В Западную Сибирь требуются лицензированные охранники. Полный соцпакет. Телефон в Самаре 8-846-338-04-64. Требуется автомастер, автослесарь, моторист, агрегатчик. Телефон 29-33-35. Ресторану требуется заведующий производством, повар японской и европейской кухонь. Зарплата высокая. Телефон 43 40 40. Требуется водитель-экспедитор категории БЦ. Телефон 8 912 352 65 70. Вахта, Москва. Требуются охранники. Звонить 8 919 863 59 15. На очень выгодных условиях приглашаются водители на городские маршруты. Звонить в рабочее время 90 73 36. Требуется бухгалтер на зарплату. Телефон 64 57 28. Требуются водители на маршрут. Телефон 8 905 888 56 56. В поселок Кушкуль требуется автослесарь на КАМАЗ. Телефон 295-410. Требуются лицензированные охранники. Звонить 90-83-29. Требуются швея и продавец в Степной. Телефон 8-987-797-22-65. В службу доставки требуется пекарь, пиццайола с опытом работы. Телефон 21-34-74. Требуется слесарь по ремонту двигателей ПАЗ. Телефон 92-04-54. В сельхозпредприятие требуются механизаторы. Звонить 8-922-540-51-16. Требуются лицензированные охранники, телефоны 8-922-891-28-21 или 43-63-56. Требуются швеи по пошиву спецодежды в швейный цех в промышленном районе, завод РТИ. Сдельная оплата труда, полный соцпакет. Опыт работы от 3 лет. Обращаться по телефону 26-28-67. Требуются охранники крепкого телосложения с водительским удостоверением. Телефон 97-99-30. Вахта, Москва. Требуются водители. Звонить 29-10-62. Требуются газоэлектросварщики. Телефон 61-35-01. Вахта, Север. Требуются охранники. 8-919-863-59-15. Кадровая документация 25 тысяч рублей. Телефон 60-44-71. Офисный сотрудник с функцией кадровика 25 тысяч рублей. Телефон 51-46-16. Помощник руководителя – 36 тысяч рублей. Снабженец – 29 тысяч рублей. Телефон 69-54-01. Офисные сотрудники – разные направления. До 36 тысяч рублей. Телефон 61-40-34. Медработник – 27 тысяч рублей. Секретарь – 19 тысяч рублей. Звонить – 93-56-15. Завхоз – 37 тысяч рублей. Администратор – 24 тысячи рублей. Телефон 46-68-97. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте www.media56.ru.